этот свой челлендж я начал в 2013 году, когда моему младшему сыну было 2 годика. Закончил я в 2018, когда второму сыну было тоже 2 годика. Эту всю программу прошел, когда у меня было 2 детей. Эта программа меня мотивировала как можно более эффективно тратить свое время. Когда добираюсь на работу, я изучал материалы, решал тесты. Это дало мне очень много, хотя фондовый рынок у нас постепенно ухудшил свои положения. Я стал работать в финансово-технологической компании. CFA образование позволило мне более глобально анализировать финансово положение не только компании, но также и понимать, где компания находится в целом в этой отрасли, планировать стратегию роста, развития, также, возможно, выхода на другие рынки. Также CFA сообщество дало мне очень много хороших друзей, много знакомых я уже тут приобрел и общаюсь с ними до сих пор. Это дает много возможностей.